Почему они не ресаются? Наверное, это потому, что, вот как я и говорил, что мы перекрываем рез вот этими телами, с которых мы ничего не собираем. Очень на это похоже. А, хорош. Это еще пока ничего нормально проходит. Вот когда в трущобы зайдем, вот там будет трэш. Вы только гляньте на эту... На эту... Помогите! Я не хочу умирать. Вообще просто дичь. Вы только гляньте! Ребяшки, всем привет! Вот башка... Башка из этот, из-за стены вас приветствует. Добро пожаловать на прохождение замечательной игрушки Dungeon Lords. Вот, и у нас тут куча всякого. Давайте мы ее осмотрим. Там целая гора комнат у нас, поэтому нам надо бы оглядеть все. Я вроде как плюс-минус место освободил. У нас вот здесь вот есть. Мне кажется, вот это вот. Вот это лифт, который снизу спускается. Может быть, он там этот самый рычаг не работал. Но может быть, когда секретную кнопку нажимали, я вот про него говорил. Но пес ее знает. Так, призыв нежити, это вообще хорошо. Так. Отмычки не жалеем, потому что их мы навыбивали просто гору. Кстати, а сколько? 33 штуки, с ума сойти. Так, вот мы вернулись в это в место, вот как раз-таки с этим, рычагом-то, да, секретным. Так, здесь, по-моему, только на первом уровне что-то есть, да. На втором уровне ничего нет, поэтому ползти там через... А хотя, может, и есть что-то. Так, короче, я проворонил. Так, забираем. Давай на всякий случай проползем. По-моему, здесь ничего нет. Здесь просто проход. Да. Блин, вот эти хлопки, конечно, пипец. Давай. Так, что у нас взялось? Так, наверное, это... хотя, наверное, пока ставим. Вот у нас наконец-то выпала скорость, кстати говоря. Кстати говоря, у нас рунная магия. Так, что у нас там по рунной магии? Было 9, то есть по 5, да? Так. Да, это пока недоступно нам. Рунная магия. Вот. Рунный удар есть и рунная скорость. Рунная скорость вообще обалденная штука. Этот тоже бы надо куда-нибудь выставить. Его надо будет покачать. Надо будет его покачать. О. Слышь, слышу уже, где-то идут. Уже слышу, где-то идут. Ну, давайте, уроды. Что-то странное дело. Никто не появляется. Кстати, знаете... Вот он, рычаг. А, это не тот рычаг. Это не тот рычаг. Вот. Вот этот вот. То есть получается... Очень похоже, что вот оно и есть. Почему они не ресаются? Наверное, это потому, что, вот как я и говорил, что мы перекрываем рез вот этими телами, с которых мы ничего не собираем. Очень на это похоже. Получено гангренозный червь. Нифига себе. Это что... Что за гангренозный червь? Или где-то они там в другом месте вызвались. Так, у нас, ну ладно, пока место есть. Давай тут буянить. Пока место есть, давай буянить. Короткий меч нам не нужен. Так, надеюсь, они тут не появятся прям за спиной. Это могут, блин. Так, короткий меч 35. Ну, пока есть место, давай, ладно, фиг с ним. Ну, что-то в центре комнаты, а какой-то слабый. Я думал, сейчас тут было что-нибудь. Штаны друида. Ладно.
У нас еще такие же комнатушки наверху есть. Так. Реально никто не появляется, пипец. Вот я отвечаю, если не хотите, чтобы атаковали, вот просто на территории трупы оставляйте необлутанные. И никто не будет нападать, офигеть. Вот так вот и есть. Хотите какой-то квест, например, спокойно сделать? Почему бы нет? Видимо, это действительно работает. Давайте сейчас, знаете что? Сейчас просто это проверим. Сейчас я соберу все трупы. Вот, и посмотрим, так ли это или нет. Так, у нас наверху еще. Так, нет. Все-таки нет, видимо. Боже, сколько вас. Блин, пипец их тут. Видать, просто какая-то передышка была. Пес ее знает. Так, все. В принципе, можно с любой стороны подходить, но давай с этой зайдем. Ой, не хочу с вами воевать. Отлично. Вот там и тусуйтесь. У нас получается выход вот этот в город как раз таки вот за этой стеной. Вот. Но тут две комнатушки есть с хорошими, с хорошим лутом. Теоретически с хорошим лутом. Потому что здесь вот, да, сундучки такие двойные. Так, магия какая-то, отлично. Ну и банки ненужные. Блин, сундуки говно, а один какой-то нормальный, а вот остальные так. Могли бы что-нибудь получше запихнуть. Так, ну, магии мы набрали. У нас даже вот есть. Мы сейчас все это изучим. Ну, сейчас. Когда вступим в гильдию магическую, и тогда там надо будет прокачивать ее усердно до огненного шара, и вот тогда начнется крутотень. Вот тогда начнется крутотень. Так, браслетики. Похоже, мечи не зря не собирал. Отрицание, огонь, конечно, не зря не собирал. Так, 50. Давай, наверное, вот это вот выкинем. О, кстати, починка. Ладно, починку пока оставим, потому что мы сейчас в город ломанем. Круглый щит, броня 8, представляете? Обалдеть. Вот хорошо посмотрел. Вот так вот, видите, плюс 2. То есть они вот так и пробегают. Вроде щиток маленький, неприглядный, да? Но он плюс 2 и броня у него 8. Обалдеть. Два раза больше, чем у текущего. Так. Что с этим щитом? Это обычный. Так, все. Получается, выходим в город. Ладно, хрен с этими придурками. В городе сейчас у нас тоже будет теплый прием. Вообще ад адский. Тут змей сразу набежит нас. И вампирша еще должна быть где-то. А меня вот еще всегда интересовало вот это вот, что такое. Никогда не поднимался. Ой, никогда не разбирался. Почему-то всегда змей, хрен его знает. Это запрограммировано. И плохо попадает. Почему-то вот на пятерку вот это вот очень плохо попадает по змеям. Пипец какой-то. Они 4-го левела, обалдеть. Так, давай попробуем на семерочку. Сейчас тут должны всех ухайдохать.
Блин, они крепкие, жесть. Сколько опыта за них дают? 700 опыта, нифига. Стоит посражаться за них. Жесть, конечно. Так, тут сейчас будет ад адский. Нам надо сразу сейчас пробегать, потому что покоя нам не дадут. Вот честное слово. Покоя нам просто-напросто не дадут. Здравствуй, незнакомец. Здорово. Здравствуй, незнакомец. Первый раз в нашем городе. Вот это вампир. Нам надо будет ее завалить. Ну, она сейчас добрая, а потом будет... такая жесть. Да. Я так и думала. Похоже, тебе скучно. Слушай, я могла бы показать тебе кое-что интересное. И вообще, не хочешь развлечься? Да, хочу. Я так и думала. Давай встретимся с тобой в спокойной обстановке. Я живу здесь неподалеку, рядом с особняком Кустерда. Ну что, договорились? Да. До скорой встречи, красавчик. Особняк Кустерда? Особняк Кустерда находится на южной окраине Фаргрува. Там живет милая старая чета, очень богатая. Там такое захолустье! Чтоб туда попасть, это просто жесть. Я буду ждать. Иди нафиг. Погнали. Во, солдафоны сейчас нам тут привяжут. Остановись. Доступ во дворец закрыт. Вход только по официальным предписаниям. Никому не позволено видеть лорда Давинмора. Лорд Давинмора. Если визит не связан с официальными делами королевства. Да я понял. Что? Лорд Давинмор? Наш лорд заперся во дворце и не выходит с тех пор, как пропала леди Эловин. И зайти к нему никто не может, если сам лорд Давинмор не вызовет. Эти крысы такую эту паузу делают между фразами. Я уже думал, что он закончил. Леди Эллобин? Да, дочь милорда. Как-то ночью взяла, да и исчезла. Вы знаете что-нибудь новое о леди Эллобин? Да, может, знаю кое-что. Если найдете ее, могу поспорить, лорд Давинмор. Не задерживайте. Так, мужики, давайте помогайте, короче. Тут вот... Вам пофиг, да? Алло. А чё им насрать-то? Остановись. Доступ во дворец закрыт. Мужики! Только во! По официальному предписанию. Тогда хорош. Служба, да. Так, птицы сейчас должны, по идее, на них... Во, отлично. Смотрите, какой кайф. Обалдеть. Не знаю, что произошло, но они постоянно... Мыши вот эти на них, Не поднимай на меня своего... Да-да-да. Не поднимай на меня своего оружия. Хотя мужики вообще помогают, просто жесть. Доступ во дворец закрыт. Вход только по официальным предписаниям. Сточная гадюка. Не поднимай на меня своего оружия. Не поднимай на меня своего оружия. Давай, мужики. Отлично, видали? Совсем разобрались. Какие молодцы. Так. Чё, нам надо сначала сбегать в этот? В... Как его? Надо тут во все двери тыкаться. Надо сначала сбегать. Подожди, а что у нас здесь закрыто? Да, ладно, сюда потом. Это ворота, все закрыты, город. Во-во-во-во, вот я про их и говорил. Они 5-го левела и достаточно противные. Это еще могильный вор, а потом будут какие-то убийцы, там они такие прям... В этих... В ассасине, как, короче, из Моровинда ассасины. В таких балахончиках будут. Ладно, тут бесполезно, тут целая толпа их. Кстати говоря, бесполезно. 11-я, 12-я, почти прокачалась. Наполовину, да? Руническая магия еще у нас. Так что надо руническую магию тоже качать. Так, давай-ка мы ее вот так вот сделаем. Пока сделаем на F1. Тут зараза какой. Так, все, готов. В общем, нам надо добежать до трактира. Ой, да какого трактира-то, болван? До этого. Во-первых, неплохо было бы до магазина, но... Хотя, давайте сначала до магазина добежим, продадимся, все. А то по квесту потом уже, блин, а то пипец какой-то. И надо к гадалке еще зайти. Be quick about your citizen. Вот и сейчас бежит за мной какого лешего? Ну так чего? Во-во-вот они, вот они.
Вот эти крысы вообще сильные. Вот смотри, пипец, вообще урон не наношу, обалдеть. Ну а чего бочка? Бочка неразрушаема. Но все равно эти товарищи у нас бессмертные, поэтому... Эти товарищи у нас бессмертные, поэтому шансов у этих воров маловато. Ненавижу погонь на улице. Не поднимай на меня своего оружия. Не поднимай на меня своего оружия. Так, на, покачать, покачать. А, хорош. Это еще пока ничего, нормально проходит. Вот когда в трущобы зайдем, вот там будет трэш. Вот там будет вообще там толпы зомбарей. Я даже не знаю, как их там валить-то будем без этого. Надо обязательно... Короче, все, у меня тут битком. Видите, а тут вообще просто ад, вообще бесконечный год. К этому к продавцу в магию сразу зайдем, все толкнем. Иначе просто пипец. Блин, рано, да, сработало? Нет, давай, наверное, к этому, к кузнецу зайдем, потому что тут сейчас этот лунный мост сработает, там на призвать всех. Да-да-да. Давай, наверное... Меня ограбили. Давай, поможем. Страж! На помощь! Не знаю, это сюжетно так? На помощь! Это, по-моему, эти воры не особо отличаются от остальных. От всей души. Какой души? Я еще не спас тебя, болван. А ну не подходи, а то стражу позову. На помощь! На помощь! Не подходи, говорит, а то стражу позову. Ты болван? Я его спасаю, он говорит, не подходи, я стражу позову. Вот болван. Так, что у нас там, говно какое-нибудь? Сапоги, друзья, сюда. Так, где-то вот здесь торгаш должен быть. Мне сейчас некогда. Во. Нужно кое-куда зайти по срочному делу. Это одновременно торговец и одновременно... Добро пожаловать в доспехи Аргуса. Да, вот. Одновременно бойцовская гильдия. Так, давай качнемся, естественно, в интеллект. И, так, у нас здесь 15 очков есть. Теперь нам надо вкачиваться, наверное, в ремонт. Потому что больше хрен его знает куда. И столько в эту... Ладно, пока оставим. Давай, я, сюда. Сэр Рунмер, добро пожаловать в мой магазин. Здесь чем могу помочь? Давай сначала все продадим, а потом уже потом мы с тобой поговорим. Так, у нас все хорошее самое одето, да? Хрен лысого. Так, давайте надеваем все, что самое хорошее. Это будем носить и будем чинить. Так, 3. Так, что у нас там? 3.40, да? 3.40. Перчи сразу найти хорошие какие-нибудь. Так, давай починим. Продано. 3.40. Блин, вот это вот так раздражает его. Продано. Это просто жесть. Продано. Так, ну обычные перчи получаются. Только на 40 больше ничего у нас нету. Тогда окей, оставляем. Продано. А дальше дубина. Продано. Вот это наша. И одну в парзапас оставим. Так, щит 8 оставим. Хули щит. Починка 10. Давай 4. Продано. 13. Кожаный пояс. И главное все... Кожаный пояс и все? И брони нет? Реально кожаный пояс и без брони. Реально без брони. Пипец, что за вынос мозга? Так. 33, продано. 41 сразу продано. Резко. Продано. Продано. Так, плюс 3. Где-то у нас был плюс 4. По-моему, вот этот. Продано. Так, все, отлично. Так, плюс 3. Тело у нас максимальное. Плюс 10. Так, здесь вот непонятно. Продано. О, плюс 12 сюда, но 75, 125. Ну ладно, давай, плюс 1. Вот так. А, о, вот скорость минус 54, непонятно. Ой, скорость минус 50%. С тобой надеюсь, мы скоро снова увидимся. Не знаю, вообще, по-моему, без рад разницы. Рад вас снова видеть в доспехах Аргуса. По-моему, скорость ничего не влияет. Может, плюс 50%? Здесь странно. В доспехах, а чем могу помочь? Так, давай, дальше, погнали. Так, это мы сразу все продаем. Ой, сейчас минус уши будут, точно. Извиняюсь. Так, плюс 6. Ух ты, ух ты, ух ты, ничего себе. Правда, 50 прочности, ну ладно. Так, как мы чинить будем? Так. Броня. Продано. У нас плюс 2, да? Да, плюс 2, 50, да, тоже получается продаем. Так, продаем. Кольчужную броню мы, в принципе, одеть не сможем, поэтому все тоже продаем.
Так, что у нас... Ой, задница вообще взорвала. Так, 10. По рукам. Так, одну дубину оставим, остальное все продадим. Плюс два. Продать. По рукам. Одну вот такую, наверное, даже дубину оставим. У него 300 прочности. Вот, огненный шар, сама имба. Так, ремонт отлично. Так, это продать. Вот, смотрите, еще интересно. Магический посох огня, уровень 5. То есть, если сейчас мы у этого, видите, уровень 1. То есть, у нас владение магическим оружием 1, то он будет работать как магический. А это будет просто как посох, если его сейчас одеть. Так, вся магия, которая у нас, мы можем использовать. Вот, смотрите, какой классный. А ну, кольчужный мы не можем использовать. Вот. Вот, вся магия, то есть, если мы ее можем использовать, она сразу изучается. Если вот такая вот есть, это значит, можно смело продавать, потому что она уже изучена у нас, она, собственно говоря, есть. Так, а если не написано, что нельзя изучить, то лучше изучить. Да, кстати, цены вообще резко меньше, да, стали? 66, 7, а помните, как там было, блин? Суммы какие там показывался, ну вот это, блин... Такие дела, черт возьми. А у нас еще честь неплохая. Так, а что здесь? Продано. Кстати говоря, чинить бы тоже надо, потому что он дороже стоит. Не знаю, правда, насколько. Так, что у нас по щиту? Щит там вообще какой-то отстой. Поэтому, наверное, один оставим. Так, надо все продать. Плюс 8. У нас там что-то прям хорошее, да? Плюс 13, 125. А, ну она кольчужный, что-то губище раскатал. Мечи сразу продаем. Так, плюс 4, плюс 4. Окей, все продаем. Ну все, вот, собственно говоря. Магический посох я, наверное, пока оставлю. Магический посох пока оставим. Так, броню. Вот так. Вот. Дальше. Надо теперь у него смотреть, что в продаже есть. Ну, здесь, видите, латные доспехи. Блин, 18 защит. Вот это круто было бы. Но, к сожалению, мы вот все бы вот это вот все бы скупил, черт возьми, кольчужная. Но, блин, мы если за мага будем играть, я нам только за мага, иначе нам тут ГГ. А, вот, так, набор ремонта, отлично. Продано. То есть их определенное количество. Видите, фишка в чем? У нас 14 их всего, да? И, соответственно, выгодно будет качать этот, как его, ну. Починку, чтобы меньше тратилось вот этого. Так, броня плюс 2, тканевая плюс, так, плюс 5. Что-нибудь по щитам у тебя есть? Твое именно, маленький. Боевой щит, вот есть хороший. Кстати, плюс щит, плюс 6. Мы его, наверное, купим сейчас. Достойный. Так, и наплечников вроде нет, остальное все мое. Да, давай, наверное, его вот этот купим. Он копейки стоит. 2 плюс 3, да. Давай его. С тобой приятно иметь дело. Я знаю, я вообще сам себя люблю. 400, это 30. Надеюсь, мы скоро снова здесь, в доспехах Аргуса, тебя ждет прекрасный выбор оружия. Так, все, продали. Не появились случайно? Да, не появились. Давай поговорим. Доспехи Аргуса. У меня в продаже есть много славного оружия и доспехов. Было бы у тебя золото. Я также предлагаю обучение тем, кто стремится стать воином. Вот как раз таки это гильдии воинов можно, то есть второй спек, как я говорил, первого уровня, можно взять вот как раз таки воина. Но мы будем брать мага, потому что нам будет задница. Оружие. Все что угодно, от длинных мечей до отточенных топоров. Уж у меня найдется все, что тебе нужно. Доспехи. От легких кожаных до тяжелых хирас. Посмотри на них и подобери что-нибудь себе. Ух... А, уж у меня найдется все, что тебе нужно. Золото. Если хочешь подзаработать золото, попробуй поохотиться на гоблинов в пустошах. А если хватает храбрости и силы,
Можешь попробовать ограбить подземелье. Да ты дурак, что ты на улицу выйди. Там вообще отбоя нет от поклонников. Там просто труба какая-то у вас тут. Какие гоблины, какие там пустоши. Во, на улицу шаг сделай, обдерут как липку. Обучение. Обучение могут проходить только члены воинской. А, я понял, гоблины. Они ловкие и хитрые дьяволята. Смотри, в засаду к ним не попади. Да-да-да, дикая местность. Пустошь тянется во все стороны света, объединяя все земли королевства. По пустошам разбросана лишь горсть крепостей, в которых отважным путешественникам предлагается безопасный кров. Подземелье. В руинах пустоши есть множество темных и опасных подземелий, ожидающих, когда какой-нибудь храбрец раскроет их тайны и заберет их сокровища. Но берегись, в них обитают жуткие существа и нежить. В тенях шныряют чудовища, охотящиеся на дураков, осмелившихся сунуться в их владение. Воинская гильдия. Воинская гильдия – древняя организация, посвятившая себя воспитанию молодых воинов королевства. Наши братья имеют право получать обучение, повышать свое положение и могут приобретать исключительные образцы прекрасного оружия и доспехов, которые может предложить наша гильдия. Также время от времени от братьев ожидается уплата взносов в пользу гильдии. Члены гильдии обязаны уважать убеждения гильдии и выполнять любое поручение, какое может потребоваться, даже с риском для жизни и посмертия. Я вижу в тебе задатки великого воина, и с соответствующим обучением, возможно, ты станешь мастером клинка. Хочешь присоединиться к воинской гильдии? Не-не, вот, кстати, если мы сейчас нажмем «да» с удовольствием, у нас забронируется сереньким такое местечко, и все, все, труба нельзя отменить, то есть можно выполнить квест, и все. То есть как бы другую уже нельзя, поэтому с этим аккуратнее. В другой раз. Коли передумаешь, наведайся ко мне еще раз. Крепости. Стало быть, к западу от Фаргрува, в глубине лесов, что хранят эльфы, есть чудесный город Ориндейл. На юге болота, там обитают полуготы и стоит их крепость Скалдун. Я, кстати, полугот. Если ты ищешь настоящих приключений, тогда за Скалдуном тебя ждут вроде запретные земли, где живут самые страшные и пакостные создания. Фаргрув. У нас теперь тут в Фаргруве не протолкнешься, как о новой войне заговорили. Эльфы? Эльфы делятся на два основных лагеря. Есть благородные эльфийские дома совета, а есть дикие эльфы, им никто дикие не указ. Дикие эльфы. Большинство эльфов искусные воины, так что лучше с ними не связываться. Берегись эльфов дома Дрей, им нельзя верить. Вот им нельзя верить, они и будут на меня нападать, прикиньте. Вообще дичь, блин. Так, Ориндейл. Чтобы туда попасть, выйдешь из Фаргрува через западные ворота и пойдешь по дороге в эльфийские земли. Полуготы. Есть и готы, значит, еще? Полуготы — самый сильный народ, а их врагов бросает дрожь лишь от одного их вида. Сам я всегда говорю, что с полуготами нужно вести себя вежливо. Это, наверное, кстати, урготы, которые полуготы-то. Сколдун. Чтобы туда попасть, выйдешь из Фаргрува через южные ворота и пойдешь по дороге до озера, а там через болото. Кто-то ходит, слышите? Запретная земля. Если хочешь рискнуть в запретных землях, тогда тебе нужно отправиться в Скалдун. Война. Всегда хорошо для дела. Ну вот я не сомневался. Так, еще раз глянем быстренько. Ну все, все, поглядел. С тобой принадеюсь, да, мы да, скоро да, снова увидимся. Так, сейчас вот опять, что получается, все, тогда сейчас надо будет всех валить, кого встретим, и чесать в этот, в таверну пока не пойдем, го пойдем сначала в этот, в как его, короче, по заданию. Сначала по заданию сдадим этот, письмо-то надо было в этот, в монастырь отнести, поэтому давайте отнесем. Beware, the streets are dangerous. Окей, it's not a problem for me, my friend. I overleveling. Так, там девчули, вот, если хотите вступить помогите, в сестринство, помогите, надо вот помочь вот этой девчонке. Блин, 4-го левела, обалдеть. Вот, и потом типа с ней поговорить. Кто-нибудь, на помощь! Охранник, давай, иди, помогай быстрее. Помогите, на меня напали! Да подожди ты, я там со скиллами разбираюсь. Помогите, помогите!
Да подожди ты, тупая. Вы спасли меня. Не поднимай на меня своего оружия. О, еще и денег дала. Почти нечего тебе предложить, но прими этот крохотный знак благодарности. И честь, кстати, выросла, да, до 36. Отлично. Вот леди Лория. Доброй удачи тебе в твоих странствиях. А если мы были женщиной, то она... Доброй удачи тебе в твоих странствиях. Ты хватит, а? То она предложила бы нам, вступить в орден в этот дух. Вот такие дела. Так, руну магию тоже надо качать, поэтому будем пользоваться. Так, а идите. Нам, короче, надо быстрее магию прокачать, иначе вот это добро вот похождение, дубиночное похождение вообще будет от ас. Добро пожаловать, добрый брат, в храм Цирцен. Добрый брат. Я прорицатель полей, куратор этого храма. Здесь, в храме Цирцены, ты можешь получить исцеление своих ран и облегчение болезней. Чем могу служить тебе? Меня всегда добивало вот это платье его вечернее, бальное, блин, для выступления. Это просто кошмар. Какой же он дебил, это просто ужас. Вот разрабы, ну что такое вообще, я не понял. О, для парных выступлений, блин. Так, исцеление. Долг Небесного Ордена — даровать исцеление тем, кто в нем нуждается. Если тебе это нужно, ты можешь спуститься вниз по храмовой лестнице к алтарю мира. Алтарь мира. Если ты нуждаешься в исцелении, я тебе это уже говорил. Небесный орден – древняя организация, посвятившая себя изучению звезд и небес, проницанию природы грядущих событий и раскрытию тайн энергетических излучений небесных тел. Наши члены получают особое наставление и могут улучшать свой статус в наших рядах. Наши члены также поклялись делать пожертвования во благо нашего дела, оберегать секреты и святость ордена и честно исполнять любые поручения, даже связанные со смертельной опасностью. Я хотел бы предложить тебе вступить в Небесный Орден, но мы принимаем лишь тех, кому звезды обещают успехи в нашем деле. Вот, и нам надо какие-то квесты там выполнить, и мы тогда вам предложим. По идее, я уже адепт какого лешего. Ты что, дурак? Храм Цирцены. Храм Цирцены? Это уединенные покои Целестины, место молитв прорицателей Небесного Ордена. Здесь мы составляем звездные карты и предсказываем грядущие события, ибо все они пишутся в этих стенах. Здесь мы храним мудрость небесной магии и защищаем мир от господства тьмы и зла. Здесь мы музыка как в готике, лол. Кто ищет у нас убежище и наставление нашим братьям и сестрам. Вообще музыка из готики, пипец. Наставление. Только члены Небесного Ордена получают наставление и пользу от наших богатых познаний. Целестина. Целестина – живой апостол Небесного Ордена, а храм Цирцены – ее владение. Она лучшая прорицательница Ордена, поскольку в силах улавливать истинную природу грядущих событий по множеству знаков, сокрытых в небесах. Небесная магия. Практикующие небесную магию черпают силы в звездных кристаллах, драгоценных камнях, впитывающих небесные энергии звезд. Природа каждого кристалла предопределяет тип небесной энергии, которую он поглощает. Затем эта энергия может быть пропущена через носителя, что позволяет высвободить предопределенный эффект. Каждый звездный кристалл может содержать различный заряд и все время восполнять его, поглощая новую лучевую энергию звезды. В руках того, кто искусен в небесной магии, звездный кристалл может тратить меньше энергии, чем запасать. Или может сосредотачивать свою мощь для большего эффекта. Это типа, если магию прокачиваете, то либо он стоит меньше, либо бьет больней. Звездные кристаллы. Хотя звездные кристаллы встречаются редко и получить их сложно, иногда мы выставляем несколько штук на продажу для оплаты расходов на задержание храма. Наиболее мощные звездные кристаллы продаются только членам Небесного Ордена. Так, давай, показать вызов от Августа. Согласно этому письму... Прорицатель Август говорил о тебе. Сам прорицатель Август уже много недель не бывал в храме. Он укрылся в своем личном доме, чтобы разглядывать звезды. Он оставил мне ключ и велел передать, что ты должен прийти к нему, потому что он с нетерпением ждет твоего прихода. И я сообщу Целестине о том, что ты был здесь.
Быть может, она пожелает спросить о твоем визите свои карты. Вот, и после, видимо, вот этой лабуды нас должны принять. Так, прорицатель Август. Прорицатель Август с большим нетерпением ждет тебя в своем личном кабинете. Ступай туда тотчас же. Личный кабинет. Личный кабинет прорицателя Августа находится неподалеку от трактира, в самом центре Фаргрува. Я дам тебе ключ, который он для тебя оставит. Трактир. Трактир расположен, так, понятно, Фаргрув, понятно. Так, сделать пожертвование. Сразу сделаем. Храм, мы всегда пожертвуешь ли ты 50 надо 100? Золотых. Храм Церцены. Храм Церцены. За щедрое так, нам надо рун. Всегда рады пожертвования да на храм. Пожертвуешь ли ты 50 золотых? Храм Церцены благодарит. Вот это вот вообще раздражает. По рукам, по рукам. Фига уже тут навыбивал уже. Вот, кстати, вот что такое зелье силы? Может его продавать? Нафиг оно надо вообще? Так, вот это мы все изучим, это все мы изучим. Так, надо сразу смотреть, что у нас нет. Так, ну нам вот рунный удар, да, я имею в виду. Вот рунный доспех, обязательно покупаем. Рунный щит, мольба о броне, рунный знак, рунная скорость у нас есть. Так, сразу починимся. Здесь вообще все торгаши, которые могут торговать, они, у них есть эта починка. Так что вот, вот этот славный монах починил нашу броню. Пусть звезды ведут тебя. Вот так вот. Так, кстати говоря, да, вот это, насчет алтаря. Тут можно от, излечиться от, ну, похилиться и от яда излечиться, вот подойдя сюда. Вот, поэтому достаточно удобно, да, громко и далеко бежать, поэтому проще банку сожрать и все. Но если ты, например, воин, у тебя банок нет. Вновь тебя видеть, да, брат мой. Вот, так, и получается все. Сейчас надо к этому и к магу зайти и сразу вступить туда в гильдию. К магу в гильдию. Боже, вот только гляньте на это. Вы только гляньте, вот как это все убивать, это просто нереально. Это еще крысы обычные. А потом будут какие-нибудь там твари, с которыми вообще шутки плохи. Вот это что делать? Это вообще жесть. Так, нам надо, получается, взять этого... Как его? Селестиал? Или как он здесь по-русски-то? Я не знаю. Проходите. Так, подожди, нам вот сюда надо. Еще и тролля надо будет завалить. You're not asking for money, are you? Are you? Не подходи, а то стражу позову. Да блин... Ну, кстати, вас немного, поэтому давай. Ну, сейчас тут у него этот группа поддержки пробежит, блин. Нам надо как можно быстрее взять магию. Но взять, взять магию, вернее, вступить в гильдию магическую мы не сможем до того момента, пока не основной квест не сделаем и не выйдем из города. Потому что нам, надо, чтобы выполнить, надо выйти из города. Так, этот дрищ вот здесь стоит. Вот, и вокруг него летает вот эта вот хренотень. Надо выловить все свечки и поставить по углам. Спаси меня. И тогда можно будет его завалить. Все достаточно просто здесь. Тебе удалось восстановить. А удалось, удалось. Твою магическую защиту. Так, все, ебой, я бы даже сказал. Так, и у нас появился рунный доспех. Помните, как я это рассказывал? Подходит. Что он должен висеть постоянно. Поэтому теперь мы будем его постоянно фигарить. Вот, рунный щит, наверное, тоже пока выложим. Типа вот вместо ужаса. Чтобы качать рунную магию. Рунный клинок туда же. Мольба о броне туда же. Но здесь Боюсь, перезарядка 4 минуты, это жесть. Подходит. Дай подожди. Подойди ты. Поближе, дитя мое. Спасибо за вот то, кряхтит что проклятый там. Призрак меня больше не мучает. Я так устал. Он тоже в бальном платье. Но боюсь, что он лишь четче предопределил мою судьбу и время мое на исходе. О, если бы только... Если бы... И все. И подох, и прикинь, и конец игры. Не знаю, что ей надо сделать. Показать вызов от Августа. Еще. Клянусь звездами. Мое письмо тебя нашло. Ты один из знаков. Мои карты оказались верны.
Я так много должен сказать, но времени не осталось. Вот, возьми этот драгоценный камень и всегда носи его при себе. Кстати, классная штука. Он даст тебе новую жизнь перед лицом великих опасностей, что ждут тебя. Ступай в храм. В храм Церцены. Там мои братья. Они смогут наставить тебя. А моя жизнь, увы, подошла к концу. Знак. Великое зло нисходит в этот мир. Страшные силы столь дьявольски хитрые, что мало кто подозревает о грозящей всем нам опасности. Но звезды дали мне знак. И я верю, что ты один из этих знаков. В своих картах я прочел, что скоро перед нами появится новый герой, которым будет руководить весьма особое сочетание звезд. Вот почему я послал тебе письмо с вызовом. Звезды говорят, что знак будет обладать огромными скрытыми силами и встанет наперекор великому злу. Злу, что ныне грозит нам. Так, а драгоценный камень? Этот драгоценный камень — редкий звездный кристалл, наделенный жизненной силой. Береги его и всегда храни, потому что я уверен, в надвигающиеся темные времена он тебе понадобится. Храм Церцена. Храм Церцена здесь, в Фаргруве. Там тебе расскажут, что нужно сделать. Торопись, ибо с каждым мигом грядущее зло все приближается. Не, братан, не приближается. Я пока из города не выйду, вообще ничего не произойдет. Звездный кристалл. Я еще много что должен сказать, но я умираю. Ступай в храм Церцены. Мои братья заменят меня и поведут тебя. Да ты болван, еще, наверное, серии 5 тут стоять будешь. Фаргрув. О, бедный Фаргрув, прощай. Да-да-да, все понятно. Мое так. Время кончилось. Давай-ка тут взломаем. Хе-хе-хе! Ты все равно убираешь. А мне это пригодится. Сейчас, прикинь, хренак и мимик. Так. Ничего себе. Так, какую-то еще магию, замечательно. Прям то, что надо. Так, а что у нас там? Низший взрыв. Нифига себе, четвертая низшая магия. 4000 стоит. Ну и уровень 4, обалдеть. Так. Получается, сейчас обратно чешем. И потом в гильдию магов. Да, кстати. Боюсь, срок мой подходит. Да, помолчи. Вот здесь у нас. Так, 16. Чё? Я думаю, надо раскидать сейчас вот на эти, потому что первые у нас очень мало забирают, да, и как бы пригодятся они нам в любом случае. Поэтому давайте, наверное, вот до 5 вот эту качнем. Давай хотя бы до 4. Потом и все вот в эту надо вот до 5. Я, ну, вот так вот до 5 в ремонт, потому что ремонт это самое главное у нас что будет. А, они не качаются сами по себе, ну, наверное, кроме ремонта, но это слишком дорого для прокачки. Ну вот, поэтому будем прокачивать их, думаем. Так, все, поперли. Надо в каждую дверь тыкаться. Тут где-то какие-то двери есть, в которые можно зайти, я точно не помню. Вот точно помню, вот здесь дверь. Я не знаю, кто там. Там какой-то мужик. Да иди ты в жопу. Не поднимай на меня своего оружия. Ой, мужики, что-то у вас тут до хрена. Пипец там. Так, все, пока забираем. Этот стащил деньги у нас и свалил. Нормально вообще. Так, вот здесь, по-моему, мужик, вот он. Не знаю, кто это такой. Наверное, по воровскому квесту или черт знает. Вообще какой-то левый, хрен его знает. Так, кстати, говорил, что эту надо кастовать и забыл про нее совсем. Ну, а привыкать.
Надо рунную магию качать. Сейчас все остальные заклинания у нее это просто отстой. Они работают вообще копейки, там буквально несколько секунд и толку никакого. Ну вот, а когда... Нифига себе. А когда мы прокачаем, уже там, видать, время побольше будет. И поэтому полезнее. А-а-а, подожди. Три-то, три сложно. Три достаточно сложно. Так, во. Для ремонта 14 штук. Так, 2-2. Баклеры это все какаха. Мечи какаха. Большой ремонт для набора сюда. Ничего не смутило. Большой ремонт для набора. Так. Юзом. Давай-ка позырим. Она вообще прокачивается именно непосредственно 56. Не, бафы они тоже не прокачиваются. То есть получается нам надо будет... покачать где-то в бою. Ступайте по своим делам. Фига себе, вы что тут творили? Смотри, маньяки. Вырезали тут всех. Ступайте, говорит, по своим делам. Мне бы страшно в городе находиться. Ступайте по своим делам. Так, погнали сразу. Помогите, меня ограбили. Это что? Ой, подожди. Так, давай сразу, наверное, с гадалкой поговорим. Она нам герб один должна дать. Мне некогда. И потом, потом этого тролля завалим. Всего 25 монеток за то, чтобы на мгновение получить. Старый гетто предскажет твою судьбу за 25 монеток. Монеток. Заплатишь? Заплачу. Славно, славно. А теперь давай посмотрим, что нам карты расскажут. Первая твоя карта будет... Лорд Звезд. О, дитя мое, тебе с рождения предначертано свершить великие дела. Кто бы сомневался. Эта карта очень необычная. Она означает, что звезды во всем тебе благоволят. Тайные силы следят за тобой, и тебе лишь нужно дойти до своей цели. Ой-ой. Ой-ой. Показать следующую карту? Следующая твоя карта – Дама Огня. Эта карта может быть и доброй, и злой, потому что Дама Огня – знак и страсти, и боли. Доверяйся другим с осторожностью, ибо тот, с кем тебя связывает дружба, однажды может обернуться предателем. Так-так. Посмотрим, что у нас дальше. Очень интересно. Чё? Посмотрим, что откроет нам эта карта. Призрак камней. Эта карта означает препятствие или преграду призрачной природы, стоящую на нынешнем твоем пути. Там что-то тролль-то орёт. Может, следующая карта скажет нам побольше? Следующая карта? Эх, колдун жезлов. Поднимись вверх по улице и зайди в лавку Аркан. Там кое-кто, кое-что тебе предложит. Прими его предложение. Следующая карта. Последняя, и ты унесешь ее с собой. Че, старая, не договариваешь? Все работать за тебя надо, а? Посмотрим, что откроет нам последняя карта. Валет звезд. Эта карта означает, что ты обладаешь особой предрасположенностью к небесным силам. Такова судьба твоя, как я нагадала. Так, это герб, по-моему. Иди за своей судьбой. Так, а можем как-то забраться, чтобы к нам эти... Вы только гляньте на эту... На эту... Помогите! Я не хочу убирать. Вообще просто дичь. Вы только гляньте! Да тут без магии вообще труба. Мужики! Подходите, посмотрите. Вот, вот и на это посмотрите. Вот как это убивать? Ну, в смысле, я знаю как. Без магии, как это убивать? Вообще нереально. Так, давай позырим, что нам там дали-то. Небесная магия плюс 5%, восстановление энергии кристаллов плюс 5%. То есть откат получается, да? Плюс 5%, только что-то... Что-то не показывает. Идите. Так, го, в лавку Аркан зайдем. Вот сюда бы фаербольчик, кстати, у меня он есть. Кстати, ненавижу их есть у меня. Не поднимай на меня своего оружия. Так, их есть у меня. Вот этот, по-моему. Так, 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 а где-то он где-то был. Так, давай вот так. Не поднимай на меня своего оружия. Урона сейчас должно быть. На меня своего оружия.
О боже, вон она, блин, болван. Этот бесконечный, поэтому пойдет. Поднимай на меня своего оружия. Так, воскрешение. О, огненный шар, оружие. Сюда. Не поднимай на меня своего оружия. Видали огненный шар, какое? Тема какая. Не обалдеть. Поднимай на меня своего оружия. Не поднимай на меня своего оружия. Обалдеть, вот эта вещь. Го, призовем нежить. Пускай, надо свитки тратить. Призвал, блин, болван. Вы только гляньте, какая тема, обалдеть. Вот огненный шар, да, тема? Так, нас там бьют, болван. Огненный шар, вот его надо изучать. И только тогда будет возможность вот все вот это вот шушеру валить нормально, блин. Иначе это пипец было. По одному это просто нереально. По одному у нас вот этот. Магия вот как раз таки кристаллов. А вот здесь вот без огненного шара вообще просто делать нечего. Так, сейчас по идее нападут эти лоботрясы. Вот они. С мостом с этим, со своим. Что там, много вас будет? О, еще и с магами. Ну, пипец. О-ло-ло-ло-ло-ло-ло! Ты чё, болван? У-у-у. Чудом ушел. Зажали, блин, пипец, вот звери. Вообще дичь. Федя, дичь! Так, ладно, короче... Я предлагаю просто валить отсюда. А что нам тут ГГ? Ой, как скорость спасает. Просто нереально. Просто нереально скорость спасает. Так, все, собираем. И валим. У-у-у, мужик, у вас там на улицах какая-то дичь происходит. Боюсь, что всех нас ждут ужасные времена. Заходи. Так, подожди, а что, опять-то два у нас? Левел, что ли, взял? Я не добил? Я, видать, не добил. Так, все, взяли. Сколько она? Один. Вот это говно. Так. Добро пожаловать в мою лавку, Аркан. Я Алистер. Сенешаль магии великой и малой. Извини, если тебе покажется, что я отвлекаюсь. Враги Фаргрува заставили работать лунный мост. А это не сулит нашему королевству ничего хорошего. Это да. В моей лавке ты найдешь заклинания и артефакты, способные помочь тебе в твоих исканиях. Скажи мне, что ты ищешь? Так, давай-ка мы сначала... Посмотрим у тебя, что тут есть, а потом уже... Кстати, вот именно парирование плюс один, это вообще тема классная. Магическое оружие тоже, оно одноразовое, господи, однорукое, поэтому тоже вместо булавы прям вообще красота его использовать. Так, вот эти тоже, кстати, тема, да? Например, ледяных ударов, там, волшебных стрел на покупать, они всего 37 стоят. И тоже полезно будет. Сон, нифига, чё сон? Это же говно. Чё он так дорого стоит? Так, ладно, давай-ка починим всё сначала. И доброго пути тебе. Добро пожаловать в мою лавку, Аркан. В моей лавке ты найдешь заклинание. Продано, продано, давай, начинай. Способные помочь тебе в твоих исканиях. Отдаёт Машку. Скажи мне, что ты ищешь? Продано, 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 продано. Продано, продано. Кстати, сопротивление огню и льду плюс 10. Может, даже и неплохо. Ладно, фиг с ним. По рукам, по рукам. Так, 3-6 посох мага, 2-6. Магическое, уровень 5. Обалдеть, это огненный, да? Да, посох огня. Зубастый клинок. Так, 3-6, а у тебя? А у тебя точно такой же посох мага.
Только здесь зеленый. Уровень 3, 3, 6. Вообще одинаковые, да, тени? Тогда нам покупать нет смысла. У нас он есть уже. Так. Так. Спасибо за покупку. Да подожди ты. Так, что у тебя еще есть? А, ну все, да? Спасибо. Окей. За... Прощай. С тобой сейчас мы... пути тебе. Да-да, мы еще поговорим с тобой. Так, нам надо вступить в эту, в гильдию. Но, ребятушки, мы поговорим с ним уже в следующей серии. Ну вот, потому что там разговоров будет, наверное, целый вагон. Поэтому посмотрим. Так. Все тогда на этом. Спасибо большое за лайки, за батюшку, за подписку, ребятушки. Увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья. Всем самого хорошего и всем пока.